Ну, а ты, Степан Панфилов, что молчишь? Может, ты что-нибудь вспомнишь, а? Павел Борисович Луспекаев. Советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны. Снимался в фильмах «Тайна двух океанов», «Иду на грозу», «Долгая счастливая жизнь», «Республика Шкит», «Три толстяка», «Белое солнце пустыни», «Зеленые цепочки» и других. Пулемета я вам не дам. Да, да, дорогой господин Ардери, тревожное время. Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. В 26 лет у актера развился атеросклероз сосудов ног. Позже ему ампутировали стопы обеих ног. Скончался актер на 43-м году жизни от разрыва сердечной аорты. Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.